Вы хотели поговорить? Что вы опять там? Мы хотим послушать, что ли? Мы хотим послушать. Юрист, кому разъяснение давать? Нам, народу! Вот смотрите, у нас нет такого понятия всего имущества. Да? Послушайте, работает административная комиссия, да, она подходит к нестационарному торговому объекту, да, предлагает собственнику объявиться, там, дать там, какие-то комментарии. Вот собственник, если послушайте, собственник подходит, вот член административной комиссии представится и предъявит там требования, да, прекратить там противоправное действие. Вот и все, вот и все комментарии. А сейчас, что вы от меня хотите? Я вас не понимаю, на самом деле. Если вы хотите какие-то разъяснения, пишите письмо, пожалуйста, официально вам дам. Если, ну, дадим разъяснение, отгору правой дадим, или юридическое заключение сделаем, пожалуйста, без проблем. Можно вопрос задать? Вот который сейчас палатку разобрает, их не работает. Можно смотреть, у них с ними договор есть или нет. Это человек имеет палатку трогать или не имеет. Посторонние люди. Спрашиваешь, документы показывают. Ну, должна быть же. А собственник этой палатки где? Он подошел? Где он? Нет, он не подошел, да. Мы подали. Собственник палатки. Знаете, вот дело в том, что вот тут собственник спрашивает. Вот тут все прекрасно знают, что тут железная труба. Они самодельные, палатка сделана. Как им подходит, они говорят, покажите, докажите, чтобы она ваша. Они прекрасно знают, что для кого она магазина не купила. Чека нет на руках. Вот у них на руках вот пилус, вот это, чтобы на этой палатке нету документов. Попросить, они говорят, докажи, чтобы она купила. Ну, понятно. Ну, не спрашивают, говорят, ребята. Докажи-то она твоя. Это твоя палатка, моя, докажи. Ну, а как могу доказать, если потому палатка была готовлена 10 лет назад? У вас в любом случае есть на это место договор определенный. Договора есть у всех, есть. Да. Все. Доказать, что это людей нет. Они говорят, что это Булькина грамота. Это человек торговал, когда ушел, я у него уже палатку купил. И так далее, и так далее. Поэтому у нас доказательства нет, чтобы это было. У нас единственное на руках договор. Чтобы на этом месте я стоял. А вот палатка разбирает, они говорят, докажите, чтобы твое имущество. Стоял и налоги платил. Да. Ну, в любом случае, какой-то все равно документ должен быть. Либо какой-то договор подряда с какой-либо организацией. Если даже своими силами делали, то ну, в любом случае, как это, естественно, надо будет. Что они сейчас делают? Вот, поэтому от каждого, в любом случае, я вам сказала, нужно писать заявление. Что-то и подтверждать соответствующие документы. По крайней мере, старыми договорами аренды, которые вы пользовались. На это торговое место. Они это все и они все там тоже. Они говорят, она до 26-го. Ну, я понимаю, говорят, но тем не менее, до 26-го у вас в любом случае должны были предупредить о том, что до 26-го, после 26-го они говорят, мы предупреждали. Будут такие соответствия есть. Нет, так не предупреждали. Они говорят, мы... Да, поэтому я нет. Говорю. Они говорят, мы предупреждали. Какие наши? Можешь, они говорят. Наши, далее.